Все запишут, так что ты там пей поменьше. Мы пьем из одной бутылочки, поэтому все нормально. Камеры притащили. Я. Ты еще и камеру притащил? Да. Ты что, издеваешься, что ли? Да. Я надеюсь, что доберешься сюда. Потому что я хочу, чтобы все твои деяния, Паша, отразились. Чтобы стол квадратный был, вот этот столик сюда. Закинь, а так меньше народу поместится. Нет, это надо общаться. Да. Вот этот стол, если четыре, блядь, поставить. Нет, это не очень. Тогда не закричимся. Тогда будет свадьба. И Паша. Ну, что ты хочешь сказать, Катя? По-моему, не кричит. Не, она что-то ходит. Я говорю, извинения. Она хитро улыбается как? Ты часто встречаешься? Нет, первый раз. Ты делаешь, что резко. Да, я что-то думал, что все мои подруги встречаются. Или кто-то здесь, то есть? Я с Милушей встречалась, пока не уехала. С Вороновой периодически. А Воронова не будет? Она в пробке сейчас звонила. Она с какого-то загорода едет и не знает, когда приедет. Шанин, ты знаешь, что? Нет, это Киев. А Киев обожает? Терпение лопнуло. А зачем? Она дипломат. Знаешь, что такое? Да нет. Что дипломат? Юрий? Нет, там какой-то сосед. Такой темный история. Подожди, а в Киеве у нас в Украине, на Украине посол Черномырь. Отлично. Просто, а тут начинают поселяться немцы, туда потихоньку перегоняют другие русские семьи, да? То есть если селиться, то селиться туда. А потом возникает русский квартал, по дороге к которому просто на дороге написано огромными буквами «Русь, ж, зимафия» и туда стрелка, все. А обычно нормальный рабочий квартал. Нет, Паша, это нам с тобой. Хорошо, вот договорились. Блин. Не знаю, какашка. Это какая-то дикая груша. Сейчас она кинется на Пашу. Дикая груша. Знаешь, у нас день рождения подруги, она сказала, типа, знаете, мы день рождения Паши празднуем в Украине, ну, просто так. Ну, да. Потому что им хотелось английский учить, там, знаешь, так разговаривать по-английски. Катя, где ты работаешь? Не, у меня хорошо с английским, но вроде как они считают, что русские не умеют говорить. Фотограф? Я там преподавала. Какая у тебя камера? В школе подрабатывала. Секрет фирмы? Я говорила, что я канадка. Секрет фирмы? Потому что я тебе сказала, что я русская, они меня выявляли. Немножко. Немцы умеют, немцы они берут в образе. Томаты сейчас не очень гуляют. Мы взяли кораблик на три часа, по самым селам, по самым селам, в Кудрикстаг, мы там везде покрывали, с свечками украсили.
Оказывается, я зря уважаю. Алло. Если честно, не очень. Не самый любимый. У меня такая отличная композиция получилась. Выключи эту гадость там, нет. Смотри, вперед, мне спокойно. Аня, такой же возьмем, Таня. Выжди. Ой, снова здорово. Потом, где мы найдем эту чину. Ну вообще я могу выложить ЖЖ. Выйди. У тебя ЖЖ? Ну и что? У тебя есть ЖЖ? Да. А его скачать можно будет? А, ну, собственно, не в ЖЖ, а в Ютьюбе, конечно. Ну так учти, что YouTube теряет очень сильно качество, крадет. Поэтому лучше всего встретиться со мной и взять его. Я помню, как я тебе кассету забирала, по-моему, года 3 я тут происходила. Я сегодня никому ничего не забыл принести, кстати. Нет. Ой. Ипотеку, значит. Ага. Говорить ему все записывать. Я за вами пишу. Главное, Паша, ваши выкладки. Что замечательное делает. Вот реально, хоть сейчас куда-нибудь в критику театров или что-нибудь еще такое. И кино. И кино. Не, кино. Критиковать наше кино это бесполезно. Скажите, пожалуйста, зачем вы все-таки пришли в общество анонимных алкоголиков? Мне квадратик поставить, как и черный. Да, да. Анонимный. Я даже не сказал, что это Маша. Я сказал, что это Маша Березняк. Анонимный алкоголик. Номер 84. Я Рубец Мария Владимировна пришла в общество анонимных алкоголиков. Ага. Не БМВ. Чтобы с вами встретиться, Владимир, и обсудить проблему алкоголизма. Она вас беспокоит? Очень сильно, конечно. Ну, личностном или вообще российском масштабе? Во всех масштабах. Понятно. Вот вы так не влезаете, вы так вылезаете. А вы зачем пришли с этой камерой? А я пришел, чтобы снять все это. Черепит, он тебе назвал? Ах, вот оно, понятно. Не снять, а запечатлеть. Ну, как пойдет.
Вы в диагональ идеально влезаете. Только что тебе оскорбили. Я еще люблю снимать близко. Диагональ? Ну, все подумают, что я лежу. Потом, когда ты выпрямишь камеру... А мы потом выровняем. А мне кажется, автопортрет. Что это? Павел, вы тоже художник? Это монстрик, это жирафа. Такие семитские черты, помнишь, жирафа обретают. Безусловно. Нет, наоборот. А жираф он откуда? Правильно. Из Африки. Правильно. Синайского полуострова. Все мы оттуда. Паш, ты переработал в этой самой академии, в энциклопедии. Всех пригласили. Ольга, а вы зачем пришли? Я чай попить. Почему же? Вот. Ольга, а вообще, Ольга, а как вас зовут? Нас? Да, как вас зовут, Ольга? Нас все еще зовут. Как? Я очень не люблю клавиши. Как? Когда теряешь, не знаешь, что говорить. Нет, я же вопрос задаю. Как вас зовут? Ольга, как вас зовут? Оля. Оля вас зовут? Оля, а вы пришли сюда чаю попить? Да. Вы попили чаю? Да. Хороший чай? Нет. Мы это, между прочим, потом... не пойдем сюда, мы передадим в администрацию Жан-Жака, да, чтобы чай сменили на индийский слоном. Стас, здравствуйте. Какими судьбами? Так получилось. Да. Вы рады, что добрались? Да? Рады, что добрались сюда? Ну, вообще, да, что-то в этом есть. Вам далеко ехать? Достаточно, на БДД. Это что такое? Бульвар Дмитрия Донского. А, это да, это юг. Юг. Все понятно. Ну, вы уверены в своих силах? Вы доберетесь домой? А вы сомневаетесь. Ни в коем разе. Ну, вы ответили на свой вопрос. Вы увидели всех, кого хотели? Нет. Не все. А кого хотели бы еще? Еще бы я хотел очень увидеть Александра Пашинова. А, какие-то счеты старые? Нет, не счеты старые. Долги. Просто мне очень приятен этот человек. Отлично. Все, мне тоже. Кать, ты, Оль, ты бы хоть меня читала. Меня напрягла, но это я иногда делаю. Меня напрягает обязанность что-то писать. А какая обязанность? В чем обязанность? Ну, чтобы она поддерживала. Его же не удалят тебе. Чтобы поддерживать жизнеспособность, надо что-то писать. Вот, кстати, в Diary.ru, например, меня замораживают. Я периодически не пишу, через полгода меня удаляют, я завожу новый. Diary.ru это же блог, я веду просто не один блог. То есть ты не интересный вообще работник, нет, потенциально? Ну, почему? Я на работе не сижу на... У меня не пускают уже с работы. А как ты же днем? Ну, дома, выходные. Ты знаешь, в чем дело? Если как бы тебя работать днем, то тебе придется бросить блоги. Ну, ночью. Хорошо, тогда я сижу ночью. А ночью ты работаешь? Ну, я буду сидеть на ночной работе. Очень окей. Интересное отношение вообще к работе. Не думаю, что кого-то это может устроить. Ну, Паш, так сказать, Владимир, вы нам не подходите, простите. Влад, сделай, простите. Давай. А, вернее так, то есть вы нам очень подошли, к сожалению, мы не можем вам делать это предложение, поскольку ваши компетенции чересчур велики для тех вакансий, конечно. Которые у нас имеются. Ребята, у кого нет выхода вот именно на банке на то, чтобы взять кредит? Я в Райффайзинге. Господи, в Райффайзинге у меня еще 3 человека. А ты где хочешь взять кредит? Сбербанк не дает? Нет, слишком много бумажек нужно собирать. Зато он всем дает. Кто? Сбербанк. Если соберешь все бумажки, даст, если все остальные банки отказали... Ну, ты все понимаешь, Паш, там в том-то весь и прикол, что слишком много нужно собирать бумажек, потому что некоторые из них я даже не смогу достать. Нет, просто если с бумажкой все нормально, понимаешь? И любой другой банк откажет, то Сбербанк даст кредит. Да, пойми меня правильно, я, например, не служил в армии. Татьяна, да? Вы за этим столом человек новый, представьтесь. Кто вы? Кто вы, Татьяна? Допустим, даже... А вы осознали, что вы сидите между двумя Екатеринами? Тот же самый Сбербанк, он просит военный билет. Думайте, Татьяна. А я сейчас пока что еще на легальном положении. Ну, что-нибудь такое, чтобы сбылось. Да. Те же в этом году 27 лет? Наверное, ну и что, получится. Страна интересуется. Это нам есть тема беспокоиться. Мне страшно больно. Паша, ну почему? Почему тебя не забрали в армию, Паша? Почему? Ты бы такой боец был.
Ты даже меня карандашом готов заколоть. Скажи, а почему тебя Луна забрали? О, я тебе об этом расскажу попозже, Паша. Поэтому-то его не взяли. В принципе, на уровне спецподразделений, ну, конечно, не таких, не элитных, но хотя бы что-то я как-то умею. Вот. Ну, мне мать устроила два захода, Блин. Олька, Оль, ты чего? Оль, посмотри, какой это длинный ракурс. Оль. Паш, блин, какой классный ракурс, отражение разговаривает с человеком. Видишь? От него отражение, от нее... Класс. О, это более. Я бы тебя тоже не взял. Смотри, офигенно. Мне очень стесняюсь. Я очень этого стесняюсь. Я не знаю, как то. У меня вообще как-то такие задумки, что... Не главное обосраться перед собой. А для самого себя... Какой телефон звонит? Потому что ты так забрываешься. Я действительно не знаю, в плане того, что... Я не могу вообще не возьми. Я даже из-за этого бы гитару не снимал. Налево. Армейские песни. Налево, очень классные кадры. О, щит. В зеркало смотрю. Хотя знал много, но... Очень хорошая машина. Единственные песни никогда не покупали. Слушайте, уберите папарацци.